Всех приветствую. Как меня слышно? Вижу. Все хорошо. Все отлично. Слышно и видно. Сереж. Да, спасибо большое. И партнер, и наставнику. Меня зовут Сергей Ободянский. Я всех приветствую на нашем утреннем бизнес-кофе, который мы проводим в рамках нашей команды Gabrish Team, и сегодня мы будем говорить именно о клубе LiveGood, о новой модели заработка, о новой модели, наверное, для каждого человека, потому что эта модель такая народная, и мы сегодня будем более подробно об этом говорить. Меня зовут Сергей Ободянский, живу я в Украине, город Кропивницкий, уже более 20 лет я в сетевом бизнесе, я в системном бизнесе, я в традиционном бизнесе. То есть есть понимание бизнеса, есть понимание бизнеса и есть четкое понимание, как сравнивать, чем отличается клуб LiveGood. И мы сегодня как раз говорить, кому полезна эта встреча. Я приветствую всех коллег, гостей, партнеров. Эта встреча, конечно, в первую очередь полезна будет для всех людей, кто в поиске изменений, улучшения качества жизни, стиля жизни, для людей, кто хотел бы зарабатывать несколько источников дохода. Наша встреча будет интересна для людей, кто хочет поработать в команде, строить карьеру, развивать международный бизнес и, конечно же, иметь доступ к большому маркетплейсу. И это сегодня очень важно, потому что мы все постоянно покупаем товары именно Marketplace клуба LiveGood, один из самых лучших, эффективных и очень выгодных. В любом случае, встреча наша сегодня будет полезна всем. И еще раз всех приветствую. И, конечно же, мы с вами будем начинать. Вообще, модель вот такого бизнес-кофе в нашей команде был придуман как формат такой мини-презентации, в которой наши спикеры, наши успешные лидеры делятся своим опытом, делятся причинами, по которым они выбрали клуб LiveGood. И вот как раз я сегодня буду делиться моей историей, почему я выбрал клуб LiveGood, будучи достаточно успешным. И достаточно много мы строили бизнес именно в сетевом. Сегодня будут эмоции, сегодня будут факты, и, конечно, это очень важно. Конечно, мы сегодня поговорим о модели клуба LiveGood. Что это за модель? Чем она отличается от других направлений бизнеса? Мы будем говорить о линейке продукции, с которой вышел клуб на рынок. Мы будем говорить об основателях, наших наставниках. Мы будем говорить о финансовых инструментах, рычагах, которые помогают нам комфортнее развивать и строить бизнес по всему миру. Это очень важный момент. И вы знаете, на самом деле, вообще для меня клуб LiveGood – это такая абсолютно новая модель заработка, это такая площадка вот такого подобного бизнеса, если мы говорим в общем, да, комплексного бизнеса, еще на рынке не было. Мы первые взяли самое лучшее из других направлений бизнеса, и мы сегодня об этом будем говорить, и мы попали точно в точку, потому что люди намного охотнее принимают эту модель бизнеса, они в нее входят, в ней более комфортнее находиться, развивать и зарабатывать. Поэтому мы четко понимаем, что клуб LiveGood, а он переводится как «жить хорошо», и вот как раз в самом названии заложена эта победа, успех, потому что многие люди хотят жить хорошо, но немногие люди хотят начать действовать, да, для того, чтобы жить хорошо. Но в любом случае мы с вами в поиске тех, кто ищет, мы с вами в поиске тех, кто готов бороться, двигаться вперед, зарабатывать, менять качество, стиль жизни и здоровья. Вообще клуб LiveGood, он создан в Америке, это американский клуб, это такая новая модель. И самое главное, что в ней такое заложено, основные такие элементы, которые мы взяли именно в эту модель, это, конечно же, первое, это много мы взяли элементов из сетевого бизнеса, мы взяли саму модель клубной системы развития этого бизнеса, и мы взяли Marketplace, именно вот та площадка масштабная, в которой сегодня очень популярна, потому что люди так устроены, что они хотят зайти в какой-нибудь большой бутик, супермаркет или маркетплейс и делать там много покупок
за один раз, и это, в принципе, то, что делаем мы. Главная моя причина, почему я когда-то выбрал клуб Ливгуд, это было больше года назад, конечно же, это в нашей классической модели сетевого мы понимаем, что основные деньги зарабатываются за счет того, что делается товарооборот. Товарооборот делается за счет того, что продается продукция. И для того, чтобы все зарабатывали в классической модели, делается очень большая сетевая накрутка и цены на продукт становится просто космические, да, то есть и мы даже как партнеры, как дистрибьюторы, покупая, мы так думали, покупая продукцию со скидкой там 40%, 50% у компании, мы понимали, что вот в этой скидке уже накручены сотни процентов, да, то есть по сути мы переплачивали как дистрибьюторы огромные деньги, а наши клиенты вообще переплачивали огромные суммы. Это вот та несвобода, о которой мы мечтали. Мы мечтали о свободе, мы получили эту зависимость, товарооборот, постоянные закупки продукта, постоянная накачка людей мотивации, акции. И мы в этом, в принципе, все кипели, даже будучи лидерами, даже будучи сильными лидерами, которые имели большие команды. У нас не было этой свободы, которую мы хотели. Нам нужно было постоянно встречаться с людьми, постоянно их мотивировать, акции, презентации, мастер-классы какие-то, потому что мы были затарены продуктом, есть определенные моменты, и все было в такой вот, в таких гонках, в которых просто мы устали за много лет, в какой-то момент мы просто остановились с моим наставником и сказали «стоп», то есть оно того не стоит, да, то есть ты уже понимаешь, что не ты имеешь бизнес, а бизнес полностью имеет тебя. И мы четко понимали, что в той старой модели небольшой процент людей станет лидерами, небольшой процент людей будут зарабатывать деньги. Это тоже нас расстраивало, потому что мы многое делали для наших людей, создавали системы, стратегии, но все это не выходило, потому что большая текучесть людей, ну, в принципе, это все в прошлом. И когда мы отошли в сторону, взяли определенные каникулы и немножко пробовали себя в других направлениях, в других обучениях. Мы даже не думали, что может быть такая модель. Мы вообще даже не представляли, хотя нас тянуло в сетевой. Мы понимали, что это наше, но вот как раз наши наставники Николай и Ольга Лобановы тоже, видимо, будущие в поиске, как сетевики. Наверное, они больше верили, чем мы, и они нашли вот как раз информацию о клубе Ливгуд, он только-только-только зарождался, все только начиналось, и впервые, вот опять же, настолько мы, можно сказать так, я говорю про Украину, потому что я живу в Украине, мы настолько благословенная нация в том плане, что мы впервые с вами, так откровенно говоря, это нужно просто всем понять до конца, мы получили одну из самых лучших моделей в мире, которая будет лидировать, которая вошла в историю, о которой будут кричать, мы ее получили одни из первых. Да, то есть многие страны Европы ее получат только уже, когда Украина или через украинских партнеров, или через партнеров, живущих в СНГ и так далее. Поэтому это то, что действительно мы сами заслужили как партнеры, потому что мы умеем работать. Мы умеем брать этот шанс, и всегда американцы, и европейцы нас недооценивали, да, то есть мы умеем потрудиться, когда мы видим в этом выгоду. Поэтому главное преимущество все-таки по элементам клуба Ливгуд, да, в том все-таки, что мы взяли. То есть мы поняли, что главная основа в клубе, здесь не нужно делать товарооборот, здесь нет обязательных закупок продукта, хотя продукция присутствует, будут еще в будущем услуги, да, здесь есть просто абонентская плата, как в клубах, да, и здесь, конечно же, нет вот этого агрессивного маркетинга, к которому мы привыкли, то есть впервые мы с вами окунулись в пассивный доход, более в свободу. Вот я сейчас, в принципе, развиваю очень активно, у меня есть мой традиционный бизнес, производство, у меня очень много дел, и вот как раз в начале, вот как я хорошо потрудился в начале, да, то есть я сегодня уделяю клубу Ливгуд не так много времени, хотя для меня это является один из главных бизнесов тоже, но он мне дает хороший пассивный доход. Это вот та модель, которая просто помогает нам с вами какое-то время потрудиться, найти ключевых людей, найти людей, кому это будет интересно, и неважно, чем вы будете заниматься,
вы будете всегда получать пассивный доход, потому что клуб развивается очень быстро. Главные элементы, которые мы взяли из сетевого, главное преимущество, конечно же, первое – это партнерская программа. Мы знаем много клубов. Многие из нас находятся в разных клубах, мы платим абонентскую плату. Вот я сегодня буквально перед эфиром заехал и оплачивал услуги охраны. У меня квартира под охраной, под сигнализацией, у нас пульты, у жены пульты там на дверях, она может что угодно нажимать, понимаете. И я сегодня платил абонентскую плату, вот у нас абонентская плата 250 гривен в месяц. Вот вам клуб. Да, клуб тех, кто хочет спать спокойно и так далее. Поэтому таких клубов я состою очень много, и мы платим эту абонентскую плату, потому что нас интересует эта услуга, нам это нравится, и нам это комфортно. И вот как раз одна из моментов преимущества, да, в том, что мы взяли партнерскую программу, потому что я могу много рассказывать о своих клубах другим людям, но я ничего не получаю взамен, кроме спасибо. В клубе «Левгуд» мы с вами получаем партнерский бонус. Мы получаем его в деньгах, мы получаем за каждую рекомендацию, когда человек начинает пользоваться нашей рекомендацией, он начинает пользоваться этой услугой. Это очень важно. Второе, что мы взяли, конечно же, мы взяли матчинг-бонусы. Построение команды, это, в принципе, всегда идет автоматически, когда мы включаем рекомендации. Рекомендация – это то, что сегодня мотивирует, и наши команды начинают рекомендации производить вглубь, и у нас строятся команды, и мы начинаем получать процент уже от заработка нашей команды. Конечно, мы взяли момент карьерного роста, мы взяли очень много моментов в плане создания нескольких источников дохода за один труд, и, конечно же, мы с вами взяли момент того, что все-таки мы все хотим получать этот пассивный доход, и мы его будем создавать. Второе, что мы взяли именно как за основу клубную модель, я уже сказал, сам по себе сетевой бизнес устарел, он нуждается в обновлении, но не все хотят это все делать, потому что все понимают, что потеряют огромные структуры, огромные команды, люди привыкли, люди плывут по течению, люди не хотят перемен, так как в сетевом, так и в жизни. Поэтому мы рискнули, мы это сделали, и мы попали в точку. И только те люди, которые действительно искренне хотят преуспеть, это вот как раз только тем людям, которым дано, потому что я верю, что не всем эта модель дана. Никто им вот эту простую модель, многие люди просто настолько себе ее усложнили, они не могут ее принять в свою жизнь, и тем самым упускают огромный шанс. Поэтому сама по себе клуб это по-другому. Клуб это по-простому. Клуб это доступно. Клуб это даже другой стиль, даже другой имидж, даже другое развитие. Поэтому мы взяли как за основу много клубов. Но главный клуб это клуб Amazon, который сегодня развивается просто очень активно, в котором 200 миллионов членов. И представьте, какие колоссальные деньги клуб зарабатывает, потому что в среднем абонентская плата клуба Amazon там 10, 12, 15 долларов. Это просто невероятные деньги, да, для того, чтобы просто иметь доступ к площадке, там, где ты получаешь какие-то выгодные цены или, может быть, выгодные моменты по доставке. И это важный момент, поэтому мы в клубе, мы не очередная сетевая компания, мы не хайп, мы не пирамида, мы абсолютно новая модель. Нас не с кем сравнивать, поэтому все, кто говорит что-то, это просто не про нас, они не понимают, они не знают, как эта модель вообще может развиваться нашими элементами, поэтому просто разговоры, мы на них не смотрим, мы на них не обращаемся, мы движемся вперед. Как говорится, собаки лают, а Левгуд развивается вперед, и он развивается очень быстро, и мы сегодня поговорим об этих цифрах и фактах. И, конечно же, Marketplace, интернет-магазин, просто невероятные вещи, потому что мы последнее время, наша семья, мы полностью перешли практически в онлайн-покупки. И это делается очень выгодно, ты берешь, и ты заходишь на какой-то большой маркетплейс, и там есть все товары практически и для дома, и для семьи, и для автомобиля, и все, что тебе нужно. Как раз мы и взяли этот маркетплейс, потому что если бы у нас его не было, этого интернет-магазина, скорее всего, мы бы все время, пока мы находились бы в клубе «Левгуд», мы бы оправдывали, что мы не пирамида. А здесь просто один ответ. Вы пирамида. Окей, ты так думаешь, у нас есть маркетплейс, поэтому иди подумай, чем отличается пирамида и так далее.
То есть мы с этими возражениями не работаем, их просто пускаем. Поэтому основные моменты мы взяли в клубе «Ливгуд». И, конечно же, мы... Для меня все-таки клуб «Ливгуд» – это такая современная, прогрессивная, очень денежная модель бизнеса. И она создана для умных людей. Я верю для умных людей, для людей, у которых есть интуиция, для людей, кто умеет считать деньги. Ну и, конечно же, для тех людей, кто принимает решения быстро, потому что здесь... Дотягивать нету смысла, потому что клуб развивается очень быстро. Нашему клубу уже больше одного года. И когда мы начинали с моими наставниками, с моими партнерами, в клубе было порядка там 30-40 тысяч человек вообще по всему миру. И наши основатели нам говорили, что мы сделаем 1 000 000 в первый год, и мы просто это не могли принять для себя. Потому что никто до этого такой скорости не делал. Мы просто не понимали, как можно сделать такой объем людей в такое нелегкое время, да, которое есть в разных странах. Но то, что мы сделали, мы просто поверили, мы просто взяли этот инструмент, начали звонить, начали приглашать. И уже в первый же год, немножко больше, мы сделали свой 1 000 000 членов. И, конечно же, мы уже в истории как клуб, который просто не только дал людям одну из лучших и простых моделей, да, при этом самых выгодных, но это клуб, который сегодня бьет все рекорды, мыслимые и немыслимые, и всех, кто хочет в этом разобраться, есть Business for Home, такой ресурс, зайдите, посмотрите, проанализируйте, что делает сегодня Ливгуд на рынке, вы поймете, что мы в рейтингах, во всех рейтингах, в топе, да, то есть мы входим в самые-самые-самые первые позиции, которые могут только быть. Это говорит только о том, что мы эффективны, это говорит о том, что мы действительно даем людям самое-самое важное. И, конечно же, все-таки хотелось бы начать именно с продукции, потому что хоть и у нас и не нужно делать товарооборот, нам не нужно делать обязательные закупки, у нас их просто нету, да, то есть у нас есть просто абонентская плата. Но при этом я считаю, что продукт является главным инструментом вообще в развитии, и мы это видим, потому что сама продукция, она усиливает нашу веру, мы видим результаты, мы видим ощущения, мы что-то чувствуем, и действительно это очень важный такой инструмент, и тут тоже, если мы говорим в общем про основателей, да, о которых мы поговорим, я верю, что все, вы знаете, вот я человек, ну, скажем так, я пастырь церкви, я уже пастырь двух церквей, да, вот у меня за полгода, у меня уже появилась вторая церковь, и вот представьте себе, вот в церкви написано или в Библии написано, что нужно верить в невидимое, да, и вот то, что мы с вами сейчас делаем, то, что мы сейчас, то, что делает клуб «Ливгуд», это просто невероятно, и я верю, что наши основатели, вот знаете, вот есть такие, мы все с вами, по сути, избранные люди. Но вот ты понимаешь такое вот, ты принимаешь такую информацию, которая никому не доступна, она доступна только тебе. Да, потому что мы же понимаем, что все это вот, все гениальное создают гениальные люди. Я верю, что наши основатели, о которых мы поговорим, они взяли эту модель, которую просто они ее получили, просто выстроили это все, и мы получили один из самых лучших бизнесов. И вот даже идея начать с продукции, потому что на рынке очень много товаров, очень много услуг. Но начать именно с линейки Wellness, опять же, это та мудрость, которую получили наши основатели. И это огромное преимущество, потому что мы, по крайней мере, с моим наставником, мы много лет работали именно с продукцией Wellness. Она нам близка, она близка большому количеству людей, и начинать бизнес именно с этой линейки было очень правильным решением, именно поэтому мы с вами просто увеличили наши скорости, то есть мы с вами развиваемся в геометрических прогрессиях, так как просто многим людям не понять. И, конечно же, буквально несколько слов скажу, что у нас есть. У нас есть, в принципе, органическая продукция. Вся эта продукция производится в Америке. Там клуб «Ливгуд» является производителем, поэтому мы отвечаем за качество, производство, мы работаем легально, официально, на уровнях всех. У нас есть сертификаты на сырье, на продвижение,
сертификаты качества. И главное, что по сути делает наша продукция, у нас большой ассортимент продукции, это она помогает нашему организму получить все, что ему нужно. Да, вот я сегодня утром завтракал, знаете чем? Макароны и сосиски. Я думаю, что я вообще ничего не получил. Ни с витамин, ни с минерал. Ну, вот просто взял и поел, да, и мы понимаем, что организму нужно другое. Вот наша продукция дает организму витамины, минералы, микро-макроэлементы. Наша продукция помогает организму почиститься, восстановить иммунитет, усилить иммунитет, работу стволовых клеток, поддержать сосудистую систему, пищеварительную систему, эндокринную систему, нервную систему. То есть дать организму возможность просто функционировать и восстанавливаться. Это то, что у нас есть. Это то, что нам помогает, и наша продукция, она не вредит. Я как менеджер говорю очень просто, да, то есть принимай все, что написано, и если даже будешь принимать немножко больше, ничего с тобой не будет, все будет хорошо, потому что не может продукция навредить вообще. Поэтому вся продукция у нас имеет сертификаты, мы спокойны и мы можем комфортно делать. Именно благодаря сегодня продукции мы сами сделаем уже нас с вами больше 1 250 000 человек. Именно благодаря многим, потому что мы знаем, что как в сетевой компании, так и в любом клубе большинство людей все равно будут клиентами. Они будут в клубе, они будут платить абонентскую плату, но они будут покупать продукты, потому что это классно, это выгодно, и мы тоже об этом с вами поговорим. Ну и, конечно, об основателях я уже немножко сказал. Я сказал мое мнение, что они избраны, потому что такое создать не может простой человек. Наши основатели – это 4 человека, это люди, которые действительно имеют огромный опыт по жизни, по бизнесу, в сетевом, в традиционном производстве. Да. И это 4 человека. Генеральный директор Бен Гринский, директор по маркетингу и развитию Наудар Хазан и директора по производству и продвижению продукции Гудкина Райан и Лиза. Эти 4 человека, которые просто имеют колоссальный опыт, имеют колоссальную веру, имеют колоссальную работоспособность. И то, что мы видим их каждую неделю, то, что они вещают, то, что они транслируют. Мы понимаем, что лучших основателей мы даже себе не могли представить. И это очень важный момент. Поэтому мы благодарим, что у нас есть такие профессионалы. Это люди, которые четко понимают, что, как развивается должен бизнес, что ему нужно дать, что дать клиентам, что дать менеджерам, так как усилить, какие дать рычаги, какие дать инструменты для того, чтобы мы могли более комфортно, но при этом ускоренно развивать наши с вами бизнесы в разных странах. И мы сегодня присутствуем в более чем 150 стран мира. Это важно, то есть в любой из этих стран человек может зарегистрироваться, войти в клуб и стать участником и действительно развиваться. Ну и, конечно же, мы понимаем, что основатели, это руководство, да, но есть сегодня люди, которые все-таки берут этот инструмент и начинают его запускать в массы, да, это наши наставники, я сегодня хочу их тоже представить, потому что я верю, что, опять же, если бы не наши наставники, и вообще у нас были бы другие скорости, не знаю, как бы все это у нас развивалось, именно благодаря труду, вере наших наставников, которые работают 24/7, даже не представляю, как так можно работать, потому что никогда так не работал и, наверное, не буду так работать. И именно поэтому не я ваш наставник, да, то есть у нас наставники выше. И самое главное, что это профессионалы, это сетевики, это люди, которые имеют огромные команды, они всегда их имели, они всегда были в топ-лидерами в разных других компаниях, и сегодня они возглавляют наши команды. Это бриллианты, первые бриллианты клуба «Левгуд» Николай и Ольга Лобановы, и наш платиновый директор Гавриш Валентина, наш главный капитан, который с нами 24/7, который все, что мы сегодня имеем, это благодаря ее труду, благодаря ее вере, благодаря тому, что она просто 24/7 7 дней недели с нами на связи, транслируют. И пусть Бог даст тебе здоровье больше, крепче, потому что действительно это очень важно. И, конечно же, мы с вами все-таки говорим о бизнесе, потому что знаю, что много людей пришли на заработок, так как мы пришли на... Кто-то пришел на дополнительный доход, кто-то пришел на большой бизнес, кто-то пришел на пассивный, кто-то пришел как вот подработать и так далее. В любом случае, Левгуд – это большая бизнес-модель.
И вы знаете, на самом деле вход в эту модель всего лишь $50. Наконец-то мы с вами стали в равных условиях, потому что не буду углубляться. В любой сетевой компании, там, где есть деньги, там ты всегда выигрывал в позиции, выигрывал в скидках, выигрывал во многих вещах. Здесь клуб всех уравнял. Неважно, топ-лидер ты или ты делаешь первые шаги, вход для всех $50 один раз, и ты не можешь себе купить там квалификации, все это ушло в сторону. Мы с вами просто действительно по-другому развиваем. И так как этот клуб все-таки здесь должен быть человек, ты не можешь просто взять, потому что для того, чтобы попасть в закрытый клуб LiveGood, нужен проводник, да, нужна ссылка. И вот как раз у нас это есть, это партнерская программа, поэтому человек, который вас пригласил в наш гостевой чат, он является вашим наставником будущим, он является вашим проводником. И вот вы притянули этого человека, поэтому после эфира прямо связывайтесь с ним, задавайте вопросы, регистрируйтесь, и действительно только с этим человеком вы станете успешным, поверьте мне, не думайте даже смотреть вправо-налево, потому что это очень важный момент. Клуб LiveGood, вы знаете, вот $50 бизнес. Вот я просто опять же думал перед эфиром, я столько вложил в традиционный бизнес, и мне еще придется столько вложить, мне это нравится, мне это все, но я просто понимаю, $50 и мои инвестиции, даже я не знаю, как это сравнить, понимаете, просто. Это для людей, кто вот ворвется и будет заниматься LiveGood 100%, за $50 это просто невероятно огромные возможности. Мы за эти деньги получаем бизнес под ключ, мы за эти деньги получаем доступ к маркетплейсу, мы за эти деньги получаем 7 видов дохода, которые вы можете развивать за одно действие. Вы делаете одно действие, но вы начинаете получать много источников дохода, и это очень важно. $50 или 50 USDT, вы получаете реферальную ссылку, вы регистрируетесь, имя, почта. Вы заходите, смотрите бесплатный тур, смотрите такой экскурс. Если вам все это нравится, прекрасный дизайн, вы делаете продолжить, оплатить, и вы становитесь участником клуба. И, конечно же, в этом сайте или в нашем бэк-офисе вы видите полностью всю информацию, которую нужна для бизнеса. Да? То есть маркетплейс, бухгалтерия, ваша команда, реферальная ссылка, финансовый кабинет, сертификат, то есть все, что вам нужно для того, чтобы вы комфортно себя чувствовали, получили информацию, все есть на нашем сайте. И, конечно же, мы начинаем что? Мы начинаем брать телефон, и мы начинаем просто приглашать людей в клуб. Это наша основная работа, это то, что мы с вами делаем, потому что мы с вами делаем только то, что нам выгодно и интересно. Нам выгодно брать телефон или идти в социальные сети и приглашать, потому что мы с вами начинаем получать первый источник дохода, это партнерская программа или партнерский бонус. То есть это финансово выгодно. Так как у нас в клуб вход $50, то компания платит нам 50% от этой стоимости. Мы получаем $25 за каждый человек, который по нашей рекомендации пришел в клуб. Огромные деньги, колоссальные деньги. Я просто вот первые недели пригласил больше 13 человек. И я сразу ощутил в том, что это работает. Да? То есть это работает очень легко, потому что люди очень охотно брали эту модель. Кто-то осознанно, кто-то на интуиции, просто регистрировались, и все очень просто. И самый главный момент, что эта партнерка в том хороша, что пригласив всего лишь двух человек, да, то есть вы уже вернули ваши инвестиции, и ваших инвестиций больше нет. И все, что вам нужно делать, это платить абонентскую плату $10, и все. Вот в чем момент. Все остальное у вас уже работает в прибыль. Вы можете покупать продукты, это вы решаете, вас никто не обязывает. У нас в нашем клубе есть стратегия. Я не помню, чтобы у нас была какая-нибудь, как раньше, школа мотивации покупки продукта. У нас такого никогда не было и не будет, потому что абсолютно новая модель. И мы спим спокойно, потому что нам не нужно закупать очередную продукцию, потому что нам ее заставляют покупать. Мы хорошо спим, потому что мы не переживаем, что сроки годности продукции, которую мы накупили в своих компаниях, они заканчиваются, и мы не знаем, куда ее спихнуть или куда ее засунуть. И начинаем ее раздаривать и так далее, и делая этот демпинг цен и так далее. Поэтому здесь все по-другому. Следующий вид дохода очень важный. Это мы говорим про
матчинг-бонусы. Мой любимый вид заработка, когда строится команда. Мы любим эти строить команды, мы их умеем строить. И люди начинают зарабатывать. Люди начинают зарабатывать на первом уровне, на втором, на третьем. И мы начинаем с вами получать процент от заработка людей. Неважно, на каком уровне находится, вы получаете процент в зависимости от вашей квалификации. Это важно. Это самый большой вид дохода, потому что команды строятся много. Поэтому вам нужна большая, широкая первая линия или такой большой горизонт. Приглашайте много людей, и поверьте, из этого количества людей выстроятся люди, которые выберут большой бизнес, и они вам помогут выстроить огромные-огромные команды. Следующий вид дохода – это глобальный бонус. Это как раз тот вид дохода, который мы с вами, ну, который, можно сказать, очень жирный, да, потому что вот многие из нас все равно пассивный доход, он нас влечет. И вот как раз есть такой вид дохода, когда, я вам уже говорил, у нас есть абонентская плата, $10 в месяц вы можете платить на год и сэкономить деньги. Нам компания платит 2,5% от этой абонентской платы от каждого человека, кто находится в вашей генеалогии. Или простыми словами, кто находится в вашей команде, всю вашу команду вы видите в вашем бэк-офисе, и вы начинаете получать 0,25 цента за каждого человека. Это, в принципе, вроде бы небольшие деньги, когда у тебя есть 10 человек. Но когда у тебя 1000, когда у тебя 10, когда у тебя 100 тысяч, а так развивается клуб, у нас уже больше 1 миллиона. Представляете, какие-то комиссионные только по этому виду дохода. И вот по этому виду дохода можно выйти, в принципе, каждый человек может выйти на доход $16 000, но это уже просто огромные деньги. Также в глобальном бонусе есть просто невероятные комиссионные, которые компания, я тоже такого не припомню, чтобы мы с вами получали 50% от заработка наших партнеров первой линии по глобальному бонусу, например. Да, вот представьте, вы пригласили человека, он по глобальному бонусу зарабатывает там $1000, вы с него получаете 50%, $500. Другой ваш партнер зарабатывает $5000, вы получаете 50% и так далее. Дальше также идет глубина, в зависимости от квалификации, просто огромный процент, огромный комиссионный, и такое может быть только в клубе, потому что мы не представляем, какую нужно было сделать накрутку в сетевом для того, чтобы платить такие огромные бонусы. Следующий вид дохода, это, конечно же, есть несколько источников дохода по прямым продажам, кто любит продавать, вам зеленый свет, есть две цены на сайте оптовые. Розничная, давайте ссылку, рекламируйте, продвигайте, это ваш выбор. В любом случае, если можете зарабатывать дополнительные деньги, я не продаю, я строю бизнес, я просто продаю бизнес под ключ, конкретно заходи, там покупай, и мне это выгоднее, потому что в этом источнике дохода, в этом тоже есть источник дохода, который нам дала компания. Как раз он называется, как мы говорим, мы получаем комиссионные от первой покупки, да, можно так сказать, когда наши партнеры покупают продукцию, обычно мы ее покупаем оптом, мы ее покупаем много, потому что нам выгодно это делать по доставке, по таможенным всем моментам, и мы получаем одноразовый бонус от этой покупки, это тоже очень выгодно, это тоже, в принципе, стимулирует, хотя мы, опять же, не мотивируем людей. Ну и, конечно, главная наша с вами цель все-таки, если мы говорим глобально, это квалификация «Бриллиант», это большая команда, это огромные комиссионы, только по этому виду дохода мы получаем 2% от всех источников дохода клуба. Да? То есть вы понимаете, что у клуба есть много источников дохода, и представьте себе, у нас есть определенное количество бриллиантов, есть сумма, которая делится на всех бриллиантов, она выплачивает бонус или пул. И этот пул составляет, в принципе, более $10 000 на каждого бриллианта. Но это колоссальные деньги, поэтому, конечно, наша с вами цель стремиться закрыть эту квалификацию, но она закрывается здесь, если вы, конечно же, приглашаете людей, люди развиваются, и это очень важно. Поэтому, если мы говорим все-таки про комиссионные в клубе «Левгуд», они очень жирные, деньги мы получаем с вами пятные, вы можете их получать в крипте, вы можете их переводить друг к другу, на них покупать продукты. Все очень комфортно, все очень удобная модель. И, конечно же, все-таки всегда звучит вопрос, вот опять же, клубу больше 1 года, поздно, не поздно, успею ли я войти вот в этот крейсер, который мчится, идет, как, я не знаю, как ледокол, ничего у нас не остановить. И я вам могу сказать, что мы больше 1 года.
И обычно в первый год очень много компаний не выдержит конкуренции. Вы знаете, из 10, там, из 100 компаний остаются на рынке, на плаву может быть компаний всего лишь 30. Да, все остальные просто не выдержат конкуренции или что-то неправильно просчитали. Мы не просто выдержали конкуренцию. В принципе, у нас и конкуренции нету, потому что мы первые, нам не с кем конкурировать. Мы новая модель, мы просто двигались по своей стратегии, и мы сегодня делаем просто огромный товарооборот. Поэтому, если мы говорим про перспективу, то мы только сейчас берем первый процент рынка, мы его захватываем, мы его информируем, еще даже нет 1% рынка Украины. То есть я имею в виду не подписанный в клубе Ревгуд. Вот когда это будет, я думаю, что это будет просто огромное количество людей, и это будет очень много бриллиантов в Украине. Поэтому все только начинается. Мы проложили дорожку, то есть мы прошли этот путь, вам нужно просто пройти и сделать намного быстрее результаты, такие как золотые директора, платиновые, бриллиантовые, то есть все это мы имеем, и вы это можете сделать, потому что мы вам уже покажем этот путь. Ну и, конечно же, про стратегию. Почему сегодня выгодно быть в нашей команде? Потому что мы лучшие из лучших. Как бы оно ни звучало, если возьмете сегодня всех наших спикеров, это профессионалы, это сетевики, это предприниматели, это люди, которые просто имеют огромный опыт, это практики, это люди, которые никогда не сидели на запасной лавочке, они всегда в деле, и они сегодня делятся с вами опытом, знанием, стратегиями. И видите, да, сегодня вот наши с вами по стратегии, у нас сегодня бизнес-кофе, да, то есть вообще у нас стратегия командная с понедельника по субботу, мы качаем каждый день эфиры, каждый день презентации, бизнес-кофе, клубы здоровья, марафоны, обучение, разные фишки, инструменты, то, что нужно для людей любого уровня. Неважно, какой у вас опыт, заходите в систему, заходите в стратегию, просто вы можете быстрее это сделать, если у вас есть опыт. Если у вас опыта меньше, вы также можете все это сделать быстро, потому что мы это все делаем, мы это все проверили, и это очень важно. Поэтому хорошая новость для всех в том, что я всех нас поздравляю, что мы в клубе Ливгуд, всех партнеров, что мы с вами вошли в первый процент, в первый миллион мы уже... В первом золотом миллионе я поздравляю всех, кто уже есть, и всех, кто в ближайшее время придет, что мы с вами входим в первый процент лидеров клуба Ливгуд. Мы входим в него, и это уже история. Мы только начинаем. Будет появляться много товаров, будет появляться много услуг. Мы только начинаем. Будет появляться еще много источников дохода. Все это будет. Будут огромные инструменты. Поэтому главное сейчас принять решение, неважно, на интуиции, на том, что вот вы услышали этого парня, такой весь в эмоциях, может быть, сегодня моя энергетика вам поможет, просто $50, я машину заправляю в неделю на эти деньги, поэтому это вообще не те деньги, на которые можно рисковать. Берем, заходим, регистрируемся, обращаемся к спонсору, входим в стратегию, иначе делаем бронзу, и все, и ваша жизнь начинает меняться. Поэтому, друзья, поздравляю всех, мы в хорошем, классном народном бизнесе, мы в начале, мы имеем лучшие инструменты, мы имеем лучших наставников, мы имеем лучший маркетинговый план, лучшие инструменты для вывода денег, для их инвестирования, поэтому это очень важно. Ну и, конечно же, наш бизнес – это бизнес истории, и есть истории людей, такие как моя жизнь круто улучшилась в клубе Ливгуд, да, то есть мы и так до клуба сделали хорошие дела, мы многое с вами сделали, купили, создали и благодарим сетевой бизнес за это. Но клуб Ливгуд делает абсолютно другую историю нашей жизни. И я хочу, чтобы мне мои коллеги помогли на этой хорошей ноте позитива, дали нам еще немножко огня в плане эмоций. Все-таки, что сделал клуб в вашей жизни, почему клуб Ливгуд, ваши ощущения, ваши финансы и какие-то пожелания нашим гостям, которые сегодня находится в нашем эфире или который будет смотреть в записи, что вы им скажете? Микрофон свободен. Доброго дня, Сергій. Дуже-дуже вдячна. Зустріч просто шалена. Море позитиву, енергії, як завжди. Мені саме краще сподобалося, беремо посилання, реєструємося, робимо бронзу і вперед далі будувати бізнес. Це дійсно так і дійсно правильно. Стратегія на перспективу і на розвиток. Дякую дуже. Дійсно, це компанія прекрасна і дуже чудово, що вона прийшла до нас і ми можемо розвиватися і заробляти в цій компанії. Ризиків ніяких, перспективи колосальні.
можливості, також підтримка, навчання просто на найвищому рівні. Я дуже вдячна і дуже рада, що ця компанія прийшла в моє життя, тому що я вмію заробляти гроші, я знаю, як це робиться, скільки треба сил, матеріальних вкладень і часу вложити для свого розвитку. Тут ми ризикуємо тільки $10 в місяць. Це наші мінімальні вкладення, а отримуємо в результаті набагато більше. Дякую всім спікерам і всім бажаючим, хто розглядає дану пропозицію. Просто не втрачайте свій шанс. Беріть все в свої руки і керуйте своїм життям самостійно. Тут великі можливості і перспективи. Дякую. Олена, я вам дуже дякую, що ми в одній команді, що ви у нас, і ми дуже щасливі. Ну що, ще одному чоловіку ми дадимо слово, і ми сьогодні, звісно ж, для всіх людей, кому нужно немножко більше інформації, сьогодні у нас 19:30 буде стартовий тренінг, який буде проводити наш платиновий директор Гавриш Валентина, тому всім рекомендую обов'язково бути на цьому ефірі і прокачатися, і отримати більш детальну інформацію о клубі, об інструментах і можливостях. Всім добрий ранок, Сереж. Хочу також тобі подякувати за бомбезну просто бізнес-каву, таку мотиваційну, крутючу бізнес-зустріч. Знаєш, я дійсно впевнююсь в тому, що Livgood – це найкраща компанія, найкращий інструмент для досягнення мрій. Вчора дивилася зустріч нашого вищестоячого лідера Марата Тайкішева. І він ще раз підтверджує слова того, що ми стоїмо на порозі грандіозних змін і грандіозної неймовірної хвилі. Буквально нам дали 2 тижні на прийняття рішення, тому що запускається новий інструмент, просто новий інструмент. Тому, звичайно, люди, які прийдуть найближчих 3-5 років, це люди, які будуть заробляти найбільше. Але 1% людей зараз, які будуть просто тут мільйонерами, які будуть заробляти сотні тисяч доларів, це ті люди, які зараз приймуть рішення от найближчих цих 2 тижні. Тому я всім бажаю удачі, прийняття рішення. Я не втомлююсь говорити. Ще раз тобі дякую за Livgood, за такий приємний, класний подарунок в моєму житті. Ну і Livgood за те, що я все-таки прийняла цю компанію, і я тут повністю 100%. Дякую команді і дякую всім за ось таку енергію від людей. Тому що Livgood і наша команда – це лише тільки позитив. Негативні люди тут не приживаються однозначно. Да, спасибо большое, Мариночка, спасибо за твою веру, спасибо за твой пример, потому что мы видим, как ты просто крутюще развиваешь клуб Livgood, и мы много берем у тебя, и спасибо, что ты в нашей команде. И видишь, как хорошо вы взяли вот этот энтузиазм, вот вы с Оленой, поэтому вас обнимаю, всем желаю хорошего дня, до встречи на стартовом тренинге. Для гостей прямо сейчас ловите ссылку, делаем бесплатный тур, смотрим, оплачиваем, делаем бронзу и идем к бриллианту. Хорошего дня и всем мирного неба.